Здравствуй, мой дорогой любимый зритель. На календаре 12 мая 2024 года мы с вами прибыли, практически почти прибыли, на Борисовское кладбище, где мы сегодня с вами дойдем до могилы заслуженного артиста РСФСР, талантливого киноактера Юрия Борисовича Шерстнева. Его могила находится на втором участке Борисовского кладбища. 7 лет назад не стало этого талантливого киноактера. Юрий Борисович стал широко известен благодаря ролям отрицательных киногероев. Так получалось, что ему постоянно из-за его типажа и внешности доставались роли палачей, маньяков, убийц, каких-то криминальных авторитетов. Хотя в обычной жизни Юрий Шерстнев был совсем не таким. Он был добрый, любил свою супругу. Юрия Шерстнева мы с вами можем помнить по киноролям в таких кинофильмах, как «Три мушкетера», где он сыграл отрицательную роль палача. Если я не ошибаюсь, именно вы были палачом в городе Лилли. Да. Ну, мешок 10 пистолей, веревка 2. Работа. Всего 5 икю. Вы получите их. Бросьте эти деньги в воду. Пусть все знают, что я выполняю не только свое ремесло, но и долг. Не главные роли, они были больше эпизодические. Учитывая то, что у Юрия Борисовича была такая внешность яркая, его образы за счет этого также запоминались. Естественно, его актерский талант также учитывается здесь. Кончать его будем. А может, погонем его разочек? А? Ай-яй-яй, дружок, я же сказал. Живучим оказался Водолай, ох, живучий. Живучий пока живет, а он жить не должен. Быть лохам, но он ваш лютый враг, и я его не выдам. Постовые милиционеры, ваших рук дело? Об этом спросите у Кутькова. Эй, вы, скорее! Бэш, Бэш, где мальчишка? Смылся, темно! Нас здесь не было, документы и шмотки не трогать. Понятное дело. И запомните, сам ехал по дороге, сам упал, сам разбился, чтоб все осталось на месте, ясно? Человек он такой, каким его делают другие. Хочешь быть овцой, терпи. Хочешь волком, грызи, убивай. Да? Некуда нам спешить, Юра. Да и незачем. Как некуда и незачем? Я живой, здоровый мужик, понял? На, вот, забирай жрачку, она мне не нужна. Да, это что, мне? Тебе, тебе. Неподвижную сыт не будешь. А это тебе. А я молодой, в отличие от тебя, понял? И здоровый. Перечислю некоторые кинофильмы. Я в интернете погуглил, даже посчитал по списку. В кинобиографии Юрия Борисовича насчитал больше, чуть больше 60 работ, киноработ. Кинофильм «Возвращение Будулая», кинофильм «Обрыв», «Аты-баты шли солдаты», «Бумбараш», «Русская рулетка», «Роковые яйца», телесериал «Счастливы вместе», кинофильм «Бегущая по волнам» и многие-многие другие, как я уже сказал, насчитывается чуть больше 60 киноработ вот в биографии талантливого киноактера Юрия Борисовича Шерстнева, на могилу которого мы с вами сегодня и придем. В октябре 2013 года в интернете появляется информация о сборе средств для талантливого артиста Юрия Борисовича Шерстнева. Дело в том, что на протяжении последних лет Юрий Борисович боролся со страшным заболеванием. Сейчас я по бумажечке прочитаю, чтобы ничего не перепутать. Обструктивное заболевание легких. Если сказать простым языком, легкие артиста работали всего лишь на 18%. Он постоянно задыхался. Из-за этого страшного заболевания последние годы он не выходил из дома, не мог передвигаться, естественно, не мог работать. Так получалось, что жили они с супругой на пенсию, пенсии не хватало. Для жизненного обеспечения Юрию Борисовичу Шерстневу требовался аппарат, портативный концентрат кислорода, который бы насыщал его легкие кислородом. Этот аппарат стоил больших денег, денег у артиста и его семьи не было, и поклонники творчества Юрия Борисовича Шерстнева собрали нужную сумму, приобрели ему вот этот вот аппарат для того, чтобы легкие насыщать, и за счет этого улучшить качество его жизни. К сожалению, 12 мая 2017 года сердце Юрия Борисовича Шерстнева остановилось. Талантливому киноактеру было 77 лет, когда его не стало. Умер Юрий Борисович Шерстнев дома,
можно сказать, на руках у своей супруги. Супруга артиста, актриса и театральный деятель, как указано в интернете, Людмила Викторовна Макеева, с которой, опять же, как указано в интернете, они в браке прожили 35 лет, 7 лет назад. Не стало этого талантливого актера. И сейчас мы вместе с вами, мои дорогие зрители, с букетом красных роз подойдем к могиле талантливого актера. Впервые мы побываем на Борисовском кладбище. Ну, почти впервые. И погодка нас сегодня опять не жалует, прохладно. Мы, как всегда, по традиции, в любую погоду с вами приходим на могилы наших дорогих, любимых артистов. Сегодняшний день не исключение. От вас я по традиции, конечно же, буду ждать комментарии, отзывы. Также огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки. Огромное спасибо всем тем, кто присылает копеечку на покупку цветов нашим дорогим, любимым артистам. Вот, все, двигаемся. Один факт: у Юрия Борисовича Шерстнева было хобби. Он занимался коллекционированием и реставрацией музыкальных инструментов. Если верить интернету, Юрий Борисович играл на саксофоне, на гармошке, на тромбоне, на барабанах, на шестиструнной гитаре он умел играть. Я просто к чему? У него на памятнике обратил внимание, что такая вот нотная вот эта вот идет, вот эта нотная штучка такая. Это, видно, связано с тем, что Юрий Борисович был разносторонний. Помимо того, что он был талантливым киноактером, вот маски, театральные маски, он также был и музыкантом. Это было его хобби.
репутация, ребят. Заслуженный артист России. 7 лет назад его не стало. Борисовское кладбище. Я на самом деле рад, что сегодня в такую не очень теплую майскую погоду мы доехали до Юрия Борисовича. Знаю, что на его могиле бывает и супруга. Ну, вот сейчас пока никого нет, но, в принципе, не важно, мы никого ждать не будем. Главное, что мы в день памяти талантливого киноактера побывали на его могиле, возложили цветы, вспомнили его. В этом выпуске памяти будут у меня какие-то фрагменты. Фрагменты из кинофильмов с участием Юрия Борисовича. Я, конечно же, жду ваши лайки, ваши отзывы. До новых встреч. YouTube-канал Андрея Флора, Борисовское кладбище. 12 мая. Холод собачий. Все. Ухожу, да?